Ровно год назад на очередных соревнованиях по спортивному ориентированию во Владивостоке местная федерация дала обещание в 2018-м привезти сюда спортсменов со всей России и впервые устроить в приморской столице первенство страны. Обещание местные ориентировщики сдержали и организовали на русском острове настоящий праздник этого вида спорта. Действительно, приехало у нас 16 субъектов Российской Федерации. И самое главное, соревнования действительно эти очень серьезные, это первенство России. Если раньше у нас был Кубок России, да, они как бы по статусу чуть-чуть меньше. Первенство России – это наши дети. 4 возрастные группы. Вот, поэтому, конечно, мы очень рады, что наши дети поучаствуют именно в первенстве России у себя на земле. Крупные национальные соревнования собрали сотни спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет. Всех участников на старте ждали три дисциплины – кросс-выбор, кросс-лонг с общим стартом и кросс-эстафета. Владивосток – особенная точка в российском ориентировании. Сюда редко приезжают соревноваться, однако гости всегда остаются довольными приморскими лесами. Это очень важный старт для меня, ну и для многих из моей команды, поэтому мы сюда приехали решительно и настроенные. Кандидат мастера спорта, уже третий год действую, в планах выполнить мастера, ну и здесь показать достойный результат. Делал каждый день тренировки, на сборы летние ездил, но я думаю, здесь будут большие перепады высот, овраги. Ну, лес чистый, с чистой проходимостью. Кстати, трасса в районе Ворошиловской батареи – новинка. Еще никогда ориентировщики, как местные, так и приезжие, не бегали по лесам этого военно-исторического музея ТОВ. Решение, с одной стороны, испугало спортсменов, так как местность наполнена крутыми склонами. С другой же стороны, тяжелые условия добавили азарта. Да к тому же виды здесь уж очень красивые. У нас Приморский край принимает все время соревнования Дальневосточного округа, да, чемпионата первенства. В следующем году у нас опять планируется проведение здесь Кубка России. Ну и будем надеяться, что и самый чемпионат России тоже мы проведем здесь. За три дня бегуны успеют посоревноваться не только на русском острове, но также и в лесах возле стелы Владивостока и по близлежащей территории базы «Солнечная». Завершатся всероссийские старты 7 октября. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на 8.